Это действительно странная местность, сир. Она точно не похожа на зеленые холмы нашего края. Не хватает дерева, мой лорд! Сир, мы должны освободить место в оазисе для наших яблочных ферм. Для этого лесорубам нужно срубить некоторые деревья. Эй-хоу! Вилами их! Вилами! Парни, вперед! Сир, разместите нескольких лесорубов вблизи оазиса, и они будут рубить ближайшее обнаруженное дерево. Доброго утречка! Рановато еще, нет? Путь! Милорд! Вилами их! Вилами! Так точно! Сир, мы обнаружили тайник с ресурсами. Мой вассал, нам нужно убрать руины. Выберите эти незанятые войска и нажмите правой кнопкой мыши на руины, которые они должны убрать. Сир, мы обнаружили тайник с продуктами. У нас что, лошадей нет? Милорд! Парни, вперед! Доброго утречка! Только шлем с себя не снимайте, ладно? Сир, мы обнаружили тайник с продуктами. Сир, мы обнаружили тайник с ресурсами. Так точно! Эй-хоу! Вилами их! Вилами! Это место кажется необитаемым. Думаю, на некоторое время мы будем в безопасности, сир. Только шлем с себя не снимайте, ладно? Добрый день, ваше высочество! Милорд! Да? Уходим! Сир, наши разведчики нашли тайники продовольствия в пустыне. Нужно отправить войска, чтобы выкопать их. Сир? Мы обнаружили тайник с ресурсами. Потрясающе. Ладно, ладно. Эй-хоу. Все руины убраны, повелитель. Крестьяне сообщают о дьявольских ветрах, которые уничтожают все на своем пути. Запасы провизии сократились, милорд. Но здесь очень жарко. Я почти скучаю по серым тучам и дождю Англии. У нас есть нужное количество дерева, сир.
Для этого строения не хватило работников. Если бы у нас было больше рук, мы могли бы сделать это быстрее. Жаль, что мы потеряли так много людей во время чумы при переходе. Для этого строения не хватило работников. Здесь нельзя строить, милорд. Мы победили, господин!